моделизме. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравлют. Сегодня мы находимся на закрытии 7-й выставки «Мини Макс». И я вас приглашаю пройти вместе со мной туда. Там будет сегодня много интересного, сегодня будет много людей. Мы постараемся взять интервью, покажем вам модели, те, которые сегодня есть на этой выставке. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами, ведь будет много интересного. А с вами АФ Студия. Вперед! Ну что, дорогой друг, вот мы и зашли в этот зал, и сейчас мы с вами пройдем на выставку эту. Пока здесь народу не так уж и много, потому что мы приехали рано сюда. Вот, для того, чтобы по вашим просьбам еще подснять мастер-классы. Да, друзья, смотрите на канале, они будут. Конечно, не все, но будут. Итак, дорогой друг, следуй за мной. Я сказал, что здесь немноголюдно, но сегодня... Здесь есть такой стол, где можно помоделировать, друзья. Вот здесь сидят тем, кому не спится ночью. Всю ночь они провели на этой выставке. Товарищ Фомин, как всегда, с оленями здесь находится. Саша, помаши ручкой. Александр Счастный. Александр, привет. Вот. Семья моделистов Гордеевых. Вот. И знаменитый наш моделист, который спрятался совсем далеко. Там и сел. Тимофей Садовников. И кто не опоздал у нас на выставку, тот глубоко пожалеет, потому что такие знаменитые люди сегодня находятся здесь, и можно сесть, спросить. Друзья, это все бесплатно. Надеюсь, да? Пока да. Так что давайте смотреть модели. Thank you.
Итак, друзья, мы сегодня на закрытии мини-макса. Юрий Романович Богатчик, он весь уже, скажем так, возбужден. Не обращайте на это внимания, потому что человек трудится. Рожа в цветах, а в мыле. Юрий Романович, скажите, пожалуйста, вот мы сегодня на закрытии. Как в целом прошла выставка? Сколько народу было? Есть ли, скажем, к чему стремиться дальше? Стремиться есть, всегда есть куда. Всегда есть цели, которые нужно для себя ставить и их преодолевать. Я считаю, что проект прошел удачно. У нас очень большое количество работ, около 1000. У нас большая посещаемость. Впервые я скажу, что на мастер-классах, которые были вчера и сегодня, у нас посещаемость сидящих, смотрящих, жаждущих была высокая, то есть больше 10 человек. Кроме этого, мы впервые провели нон-стоп сборку, где моделисты собирали модели просто для себя и консультировали тех, кто к ним подходил. То есть это новое в нашем проекте, мы решили это сделать. На следующий год мы обязательно это повторим, но уже сделаем это в конкурсном режиме, чтобы ребят как-то мотивировать. То есть я считаю, что в принципе мы отработали... Вы довольны? Ну, и не без всяких проблем. Проблемы всегда есть. Но мы постарались сделать все, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, достойно, да. Достойно. Сейчас впереди у нас награждение, поэтому я нахожусь в неком таком возбужденном состоянии. Юрий Романович, две минуты. Вот давайте сегодня скажем, чтобы нас уже не упрекали за то, что мы в себе это держим. Я знаю, у вас к зиме будет новое мероприятие. Давайте его озвучим. Ну, оно не новое. Будет выставка «Клуб мастеров». Это детский проект. Все детские клубы Москвы, с нашей страны, в нем постоянно участвуют. Если вы не знаете, то у нас постоянно участвующих клубов около 60. Вот. «Клуб мастеров» – это проект, который ведет клубная система «Товарищ». В настоящий момент мы объединили свои усилия. То есть это... Проект «Мини-Макс» и клубная система «Товарищ». Мы теперь работаем в паре, так же, как мы работаем теперь с вами в паре, в тандеме. Поэтому ждем детские работы обязательно от индивидуальных моделистов и от клубов. Это все будет в середине декабря. Мы, естественно, еще будем говорить точную дату. Мы пока не знаем. Но это будет. Ну что, Юрий Матч, разрешите вам пожелать удачи. Я думаю, что следующий мини-макс уже 8-й будет, да? Да. Мы расскажем про него заранее. Спасибо. Встретимся на награждении. Спасибо.
Друзья, мы поймали Александра Фомина. Смотрите, что он сделал. Он сейчас расскажет, что он сделал. Я ему говорил, чтобы с моего куста он не курил, а он все-таки не слушает. И сделал вот такую замечательную диораму. Видите, здесь наклейка. Вот за это ему респект и уважуха. Мы ему ставим вот такой лайк. Конечно. Саш, что ты такое вот сотворил в этот раз? Да не знаю. Как что не знаю? Что-то чай не тот выпил. И в итоге, ну, новая модель от «Звезды» Су-85. Заменил только катки на смоляные, пару решеток травленных поставил. Да и в принципе все. И не знаю, что-то я увидел фигурку, мне понравилось, посадил ее и думал, это надо вот что-то. Дама с гитарой, которая да, недавно вышла, да? Вот, да, от Armor 35, да. И что-то как-то я оленя увидел и думаю, дай-ка такую идею сделаю. Танкистка на отдыхе. Он самовар, может, ремонтируется, может, еще что-то. Но это уже все, конец войны. Вряд ли бы так войну она сидела. Друзья, ну, я хочу сказать, что эта модель сделана Александром здесь за 3 дня, ну, да? 3 дня, да. Где 27 часов полных вышло. Вот. Ну и так олень вышел посмотреть, что происходит. Вот такая вот штука у меня получилась. Ну, теперь будем ждать на награждение. Александр, ты выставлялся здесь работать? Ну, я только как судья. А, он же судья, его не наградили. Ну, давайте его наградим тогда лайками. Да, вот такая вот моделька. Итак, друзья, мы еще на выставке поймали товарища Садовникова. Здравствуйте. Тимофей, здравствуй. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот здесь ты мастер-класс давал по этому аппарату. Ага, был дело. Скажи, ты вот его сколько собирал?
Ну, у тебя здесь, я смотрю, очень много травлений, которые ты использовал на этой модели. Да, в общем-то, модель не из коробки. На нее было куплено фототравление от BTR-70 Voyager, смоляные колеса мини-армы и точеный дульный тормоз от того же Трумпетера. Собирал я ее, ну, после работы по вечерам, наверное, месяца два. Ну, плюс-минус. А здесь на мастер-классе ты ее загрязнил? Я уже финишную последнюю отделку сделал. То есть дома я ее покрасил, сделал смывку, сделал фильтры. А здесь уже вот грязь и вот всякие мелочи последние доделал. К сожалению, у меня не было времени, не было возможности приехать в будние дни здесь посидеть. Я бы с удовольствием с ребятами весь посидел, пособирал бы, но мероприятие сделано так, что вот два будних дня, когда сидели, люди собирали, я работал. Понятно. Вырваться не было возможности. Друзья, у Тимофея есть идея очень интересная. Давайте мы ее, может, поддержим. Он предлагает... Я предлагаю такой челлендж. Значит, я же, знаете, что я человек-танкист, да? То есть я самолетов, я их люблю, конечно, они красивые, но я их собирать не умею абсолютно. Поэтому есть у меня зародилась идея. Я хочу себе в коллекцию поиметь МиГ-25 в 48 масштабе, АСМ-овский. И вот я думаю, что с Сергеем мы сделаем проект, где я, как танкист, который криворукий, не умеет авиацию собирать. Красавчик, да? Мне постоянно спрашивают, когда я уже приду к тебе, Сергей, обратно сниматься, потому что, видимо, все хотят. Я спрашиваю. У меня сил нету после работы, друзья мои. Я бы сам с удовольствием, горю желанием, и конденсатор хочу собрать, и показать вам, как это бандуру собрать, и сделать на ней гидравлику, и вот это вот все, вот... Наверное, я думаю, что вот август, сентябрь у меня попроще будет с работой. Смотри, Тимофей, это все записывается. Да я понимаю, я же сейчас, как ты говоришь, на всю страну говорю. Да. Это ж, нет, проблем нету. Желание есть. Я вам обещаю, что я приеду, и вот мы какой-нибудь проект сделаем точно. Если не мигарь длинный, то... С самолетом это хорошо. Ну, с самолетом, да, видите, как бы... А потом мы в студию позовем настоящих авиаторов, выдадим розги, и ты будешь... отчитываться за каждую деталь. Хорошо, прямо позорись на всю страну. Вот, ну что, друзья, ставьте лайки, давайте поддержим Тимофея. Наше начинание должно показаться нам интересным. Да? Да, Сергей, спасибо за то, что освещаете выставку. Это прям ценно. Thank you.
Друзья, сейчас мы берем интервью у Олега Феника. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Я знаю, что вы один из судей этой выставки. Да, это верно. Скажите, пожалуйста, как вам вот вообще за кулисами, вы уже повнимательнее посмотрели, да, эти модели, как вот со стороны судей? Как вы считаете, выставка? Выставка удалась, много хороших моделей. Есть, конечно, модели с дефектами, но, как везде, в целом уровень высокий, я считаю. Судить было сложно. А несколько, может, моделей вам более приглянулись? Есть какая-то модель, которая вот вам больше понравилась? Ну, сегодня уже можно сказать, уже судейство закончено. Да, понравилась очень диорама Романа Дурандина с КРАЗом. Это из диорам. В броне. Хорошие модели вот по Первой мировой, особенно вот выделю броневик Капица. Во Второй мировой это Валерий Бердюгин со своим Т-34. Послевоенная, ну, пожалуй, Шацкий со своей Сирией. То есть очень, вам понравилось? Да, я как бы по броне специализируюсь, поэтому так называю. Ну, из авиации тоже много хороших работ, хотя я это не судил, но тем не менее авиацию люблю. Но в целом выставка, скажем, вы сказали, удачная, да? Да. А судить было... Судить сложно, и знаете что, я думаю, все-таки бальной системой надо все-таки от нее отходить, как-то это делать визуально, выставлять, отбирать несколько лучших работ, которые судьи выберут себе три лучших работы, потом это выносить на общую как бы коллегию и что ли там, давать очки, скажем так, за третье место одно, за второе два, за первые три, может быть, так вот баллы суммировать. Вот, вот я считаю, вот мое, и как я вижу судейство, идеальное в своем понимании. Это ваш первый опыт судейства? Ну, большой выставки, можно сказать, да. Хотя до этого была выставка в Нижнем, но там я судил, как бы не было в судьях, я попал туда случайно, потому что ребята не справлялись, было очень много номинаций. Поэтому я решил помочь. Судил до этого турнира у Юрия Романовича, собрать за 24 часа. Ну, опыт есть, но большой выставки это действительно первый опыт. Ну, вот. В целом вам понравилось, да? Да, в целом понравилось. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.
Ну что, друзья, вот такой у нас был сегодня выпуск. Это был Minimax 2019, седьмая выставка. И мы делаем вот такие модели, друзья, которые ездят. А с вами была АФ Студия. Я желаю всем самого доброго. Самое главное, делайте модели, делайте лучше нас и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!